Какая средуха у Джова на этом танке? У Джова на этом танке какая средуха? Давайте посмотрим. Ну посмотрим. Если Джов меня передамажил, это, конечно, полный бан. Заходим к Джове. 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 Смотрим на Джове. Так, у Джове на 10-м. На 10-м у Джове 3500. Ну, у меня 4400. А на 9-м у Джове 2700. Ну, у Джове на 9-м, да. А у меня на 9-м... Не, ну посмотри на эту киберпиздоту на барике. 3800, дядя, вопросы есть вообще? Бля, ты понимаешь, вот какой я долбоеб? Вот поймите, какой я долбоеб. Я играю в 3800 на 9-м левеле и ною, понимаете? 3800 на 9-м левеле и ною. Ну, шарите вообще? Ну, вы понимаете? Или не понимаете? Поймите. Это идиотизм просто крайней степени. Это просто идиотизм крайней степени. Если бы я бы ебашил в 3400, тогда да, блядь. Бебра, ебать ты лох. Но когда ты играешь, блядь, 3700 плюс на девятке, блядь, какие могут быть доебы вообще, блядь? Я не понимаю. И в итоге, вот увидите, я на нем сделаю 3900 почти под 4К. Я более чем уверен.